мешают нормальному движению в городе и неправильно припаркованные машины. 88 автомобилей, которые мешали уборке снега, вывезли на штрафплощадку в столице республики с начала зимы. С приходом обильных снегопадов машины, припаркованные у обочин городских дорог, серьезно затрудняют уборку магистралей. В результате снижается не только пропускная способность улиц, но и создаются помехи для проезда спецтехники. В Чебоксарах с начала зимы установлено 66 дорожных знаков «Стоянка запрещена». Согласно новым правилам благоустройства города Чебоксары, автомашины, нарушающие правила стоянки и парковки, подлежат эвакуации. Три спецмашины круглосуточно дежурят на магистралях. Хранение задержанных автомобилей обойдется нарушителю от 20 до 130 рублей за час, в зависимости от категории автомобиля. Стоимость перемещения задержанных транспортных средств в настоящее время составляет 142 рубля за километр.